спецэфекты. Этот борт немного светлее, все. Нам надо на YouTube сделать, короче, сортировку там для iPhone, для iPad, короче. Такое можно сделать? Давай посмотрим еще. Ролики разложить. Например, для iPhone отдельно, для iPad отдельно. Можно, чтобы, например, ты зашел к нам на канал и зашел на подканал какой-то? На подканал? Ну, в принципе... На котором только ролики для iPhone. Можно потом будет такой общий ролик сделать, типа как выбрать чехол для айфона через YouTube. Инструкция по применению. Да, типа зайдите на канал, перейдите вот сюда, типа на подканал, и выбирайте там, смотрите по очереди, понравишься, тыкните и звоните. Ну все, я не знаю, что тут показывать еще. Камера хоть есть, и то спасибо.